Я не знаю, это ложь и очередная провокация с их стороны, кто выразился. Как я услышал задним числом, мне вот говорят очень многие, что... Но фактически это, я не знаю, меня там не было, и такие вещи говорить, не зная, не имея сведений, что я за альянс и так далее. Демократическая партия на выборной кампании, они сами попросили поддержать. Я не давал, долгое время не давал ответа, и последние дни выборов дал согласие, чтобы они поддерживали. Но что я член демократической партии, нет у меня никакого заявления, там ничего. И я не хожу, никогда не был ни разу после выборов на собраниях, конференциях, пленумах, съездах, нигде я не бывал там. Если кто-то, если Михаил Дмитриевич меня заметил где-то, пожалуйста.